сорт острого перца халапеньо Ирли. Ирли переводится как ранний халапеньо. Срок созревания у этого перца от 55 до 60 дней. Высота куста может достигать от 50 до 60 сантиметров. Острота у этого перца от 7 до 9 тысяч скобелей. Это ранний сорт халапеньо. Чем он отличается от остальных, что он созревает на 2 недели раньше, чем остальные халапеньо. Он имеет вот такую вот структуру с тупым носиком и весь покрытый микротрещинами. Микротрещины говорят о качестве самого перца. Этот сорт высокоурожайный, он дает довольно большое количество плодов. Его можно выращивать в регионах с пониженной температурой, где не очень жарко, и остальные сорта не вызревают. Этот сорт вызревает без проблем. Ее также можно выращивать как в теплицах, в открытом грунте или на подоконнике. Он неприхотлив, дает большое количество плодов, так как у меня в этом году погода не очень радует. Весной были 2 месяца затяжных дождей, температура была низкая, от 8 до 10 градусов, и все плоды, то есть все виды халапеньо остановились в росте, и потому у них высота куста не превышает 25-30 сантиметров. Соответственно, и урожай очень маленький. Я советую выращивать, ребята, его везде. В любых условиях он растет. Ну, главное, чтобы не было сильно жарко. Плоды бывают довольно крупными. Ну, у меня они не очень крупные. Вот такой вот перец. Вот такой красавец, ребят. Советую всем выращивать у себя его дома. И пусть он вас радует большими урожаями. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальчик вверх. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видеообзоры.